Мам, мы гулять. Денег дашь? Гулять идите. Денег не дам. Я же говорила, не даст. Ой, да не страшно. Ну, упадем на хвост Лехе. Он не обеднеет. О, а можно я с вами? Нет, ты еще маленькая. А там будут все взрослые. И вообще, тебе он скоро пора спать. Так нечестно. Мам! Сестры правы. Уже поздно. Ну, а что им можно? Что это за несправедливость? Они уже достаточно взрослые. Я их отпускаю. Мы ушли. Утес. То есть, понос. Вспомнила. Адьос. Так нечестно. Маленьким ничего нельзя. Одна ты, Остюшка, меня не бросила. Вот ты моя настоящая подружка. Не то что эти. Эх, вот если бы ты была человеком, была бы моим самым верным другом. Да. Ладно. Беги спать в свой домик. Хочешь упасть и была человеком? Не вопрос. Кручу, верчу, Асти человеком сделать хочу. Валера, звони ментам. Мама, кто это? Хватим ее. Ой, а что у вас тут происходит? Маша, зайди в комнату. К нам в дом какая-то сумасшедшая залезла. Ох ты ж ё! Бать, заходи с фланга. Валера, стой где стоишь, или откушу все, что ниже пояса. Откуда она папу знает? Кто-то вызовет полицию. Маш, помоги мне. Вот если бы ты была человеком, была бы моим самым верным другом. Стойте! Не трогайте ее! Малая, с ней заодно! Гасим ее! Стоять! Чего ее не трогать? Не трогайте ее! Это Асти! Ясно. Она сошла с ума. Так кого гасить? Да послушайте! Это Асти! Она стала человеком! Машу, слушайте! Ой, это какой-то бред! Я могу доказать, что я Асти. Спросите то, что знала только я. Ну, ваша собака. Сколько будет 6-7? Тань, это знают все, кроме тебя. Я тоже знаю. И сколько? Неважно, сейчас не до этого. Хорошо, такой вопрос. Где тебя Валера купил? На рынке. Ха, а вот и неправда. Он купил тебя в питомнике за $500, между прочим. Ага, конечно. На рынке он купил меня, у Михалыча. Валера! Ну, там история просто такая вышла. Я шел в питомник, а там по пути зал игровых автоматов. Ясно. Потом поговорим. Ответь на мой вопрос. Зачем ты смотришь, когда я привожу парней? Ты приводила сюда парней? Блин, я, походу, спалилась. Так интересно же, как вы кувыркаетесь в кровати без... А еще вопрос. Кто чаще всех забывает тебя кормить? Танька. Так вот, что ты мне чаще всех кроссовки ссышь. Нет, у тебя самые мягкие. Я не знаю, как я, не знаю, почему, но, походу, это... Реально Асти. А я вам о чем? Последнее доказательство. Ее игрушка. Видели? Это, конечно, все очень интересно, но может оденем ее для начала? Хорошая идея. Рассказывай, как ты из собаки превратилась в человека? Проснулась, а у меня вместо лап эти уродские штуки. Это руки и ноги. И хвост пропал. Вы знаете, вот если бы это произошло в любой другой семье, я бы удивилась. А так, ничего странного. Мам, а можно я ее себе оставлю? Нет,
Ну, в смысле, она же теперь человек. Да ей всего 1,5 года. По собачьим меркам, да. А по людским, ей уже 18. Капец. Асти старше меня. Я есть хочу. Валер, принеси ей что-то поесть. Понял. Можно она поживет в моей комнате? Да! Ой, господи, пока можно. Так, а теперь все собираемся на учебу. А как же Асти? А с Асти папа побудет. Он сегодня выходной. А что я с ней делать-то буду? А что ты принес? Как что? Корм собачий и кости. Она ж любит. Вон, смотри. Валер, ты дурак. Дай ей нормальной еды. И просто посмотри за ней до вечера. Ладно, ладно. Асти, скажи честно. Ты воруешь у меня шнурки? Нет. Да кто ж это делает все время? Собираемся на учебу, я кому сказала? Ну ты это, короче, тут сиди, я скоро приду, мне там надо... В туалет, потом поспать, потом в гараж. Да, нет, ну то есть... Валер, я твои привычки давно уже выучила. Иди. Ладно, чтоб ты не скучала, на тебе Машкин телефон. Посмотри пока эти, каких, рилсы, тиктоки. Таману, я тебе клянусь, не вымогала я деньги у физрука. Ну, он честно мне их карты проиграл. Таня! Иди молча, пока я тебя не лупанула. Асти, Асти, мы дома. Всем привет. У меня для вас 3 новости. Шикарная, плохая и непонятная. С какой начать? Давай с плохой. Папа забил на Асти. Это ожидаемо. Какая непонятная. Чё, как? Тюбик ваш слился сразу? Кто? Куда? Это и есть непонятная новость. Я лично ни слова не могу понять из того, что она говорит. Ну что за кринж? Алло! Хотя, это знаю. Я понимаю ее язык. Асти, как прошел твой день? По приколу в ТТ залипала. Потом там туда-сюда на чили висела. Где? При чем тут перец? Ну вы отсталые. На чили! Отдыхала, значит. Вот я вроде не старая, но все равно не понимаю ее. Плюсую, соскуфилась соска. Да. Маш, на тебя вся надежда. Переводи. Ору с вас. Вот Машка норм-тянка, шарит. Асти, базу выдала сейчас. Кто понял? Идем, Асти. Этих пока минуснем. Идем, а то меня от их вайба бомбит уже. Ясно. Будем делать из нее человека. Ух. Ёбушки-воробушки! Коломойкин ли тут? Сосиски бомба, честно говоря. А ну отдай их сюда! Ах ты рычать вздумал, а? Асти! Фу! Рита, положи тапок! Я Риле сама сосиски налутала в холодильнике. Значит так, воровать продукты из холодильника запрещено под страхом тапка. Ясно? Ясно. Так. А это что за лужа? Маша, подъем! Иди вон за своей подругой, лужу вытирай. И там еще это... Там еще на ковре вон твоя собачка нарофлила, так сказать. А тебя мы сегодня будем приучать к унитазу.
Не хочу, он холодный. Маша, подъем! Где Асти? Я ее гулять во двор отправила. Она еще час будет за пакетом гоняться. Надо кое-что обсудить. Почему у нас собака стала человеком? Это потом. Что нам сейчас с ней делать? Я 2 часа утром учила ее сидеть на унитазе. Нам надо вызвать мамолога. У тебя проблемы? Ой, нет. Таролога. Кинолога. Точно, его. Ага. И что мы ему скажем? У нас тут девушка ведет себя как собака. Научите ее, пожалуйста, сидеть и палку приносить. Я помню, что фрау Штольцен рассказывала. Она умеет дрессировать немецких овчарок. Ее прадед научил. А это идея. И фрау вроде как своя для нас. Я ей позвоню. И попроси, пусть привезет трындельков. Ой, то есть крындельков. Трындельков я тебе и дома дать могу. Guten Tag, my Fräulein Rita. Где klein девочка Цуцик? Проходите. Там. Сидеть. Дай мне свой лапа, то есть рука. Bitte, собакин. Теперь подай голос. Ритуль, что это за криповая тетка? Плохой собакин, плохой. Да отстань ты! Это будет сложнее, чем я думать. Ну, что? Это самый ступидайн создание, что я видит. Она не поддаваться, дрессировка и воспитание. Фрау рекомендует пристрелить ее. Спасибо. Мы подумаем. Хорошо. Если что, звонить мне. У меня есть дедушкин маузер. О, моя любимая паста! Ням-ням-ням! Асти, в тарелку надо наложить. Да не руками, а ложкой. Кринжую с вас. Похавать нормально не дадите. То не делай, это так не клади, на ковер не ссы, душнилы. Потому что так делают приличные люди. А ты уже человек. Спасибо, Ларита. Я уже устала делать ей замечания. О, я венца хряпну. А что ей можно, а мне нет? А тебе что, жалко? Ничего нам не жалко. Просто ты без винишка ведешь себя неприлично. Начинается. А кто загадал желание, чтобы я стала человеком? Я загадывала лучшего друга, а не вот это вот все. Лол, что-то не нравится. Когда лайки никто не ставит под видео. Сами же просили продолжение, а лайков мало. Может, хоть в этот раз соберем 50 тысяч? Чем займемся вечером? Я тиктоки пилить буду. Или пойду котов на улицу душить. Хватит трогать бедных котов. И это, мне бы документ какой-то надо. Какой еще документ? Паспорт, например. И зачем он тебе? Как зачем? Я теперь человек, документ положен. Так и напишем. Любинская Асти Валерьевна. Может, на тебя еще и квартиру переписать? А мне ее часть и так по закону положено. Я ваш ребенок, так что все честно. Собака, и она мне нравилась больше. И вообще, ведите себя потише, а то я в суд на вас подам. За что? За жестокое обращение с животными. А когда это мы с тобой жестоко обращались? А кто на меня наступал ночью? И не раз. Все, с меня хватит. Довела маму. Че мы вообще с ней разговариваем? Я говорила...
Надо гасить. Покусаю. Вызов принят. Успокоились и разошлись по комнатам. Малая, ты доела? Я посуду помою. Да. Ну чё, как тут Асти поживает? Так это ты всё подстроила. Как я сразу не догадалась. Верни всё обратно, как было. Налей скорее мне чаю, Асти в собаку превращаю, пиу. Чаю реально налить? Ага, пока к тебе вот летела, замёрзла, как собака. Достаточно про собак на сегодня. Я предупреждала тебя, Таня. Я предупреждала.